Безусловно, главными событиями прошлой недели стали сразу несколько болезненных щелчков по носу бункерному дедушке со стороны ВСУ. Началось все с Крыма, где всего за один месяц был уничтожен уже второй российский военный корабль вместе с экипажем. Российский флот в Черном море лишился еще одного военного корабля. Ракетный катер «Ивановец» в ночь на 1 февраля был атакован надводными дронами. Судно уничтожено. Несколько дронов один за одним ударили по корпусу катера, тот накренился и затонул. Корвет «Ивановец» был большой гордостью Черноморского флота. О нем снимали пафосные ролики, а экипаж на камеру хвалился мощью корабля. В настоящее время 41-я бригада ракетных катеров – одно из самых прославленных соединений Черноморского флота. Чувствую всю эту мощь, аж дух захватывает. В теории это корыто должно было крылатыми ракетами уничтожать натовские и украинские корабли. «Ивановец» даже показательно расстрелял захваченный во время оккупации Крыма украинский корвет «Тернополь». Украинский корвет отправили на дно Черного моря во время учений. Черноморский флот уничтожил украинский корвет «Тернополь» ракетой «Москит» во время учений. Вот только не на учениях, а в бою вся мощь куда-то резко пропала. Не помогли ракеты. Резко сдулся суперподготовленный экипаж. В общем, после грандиозного бабаха появилось мнение, что такими темпами Черноморский флот перестанет существовать как явление. Ну разве что пересядут на резиновые лодки «Лисичанка». Но это не точно. Кстати, о лодках «Лисичанка». Производили их на Лисичанском заводе резиновых изделий. То есть существуют резиновые изделия как Путин. А в Лисичанске специализировались на лодках, спасательных жилетах и прочих полезных ништяках. Завод накрылся медным тазом еще до российского вторжения. А уже после капец перешел и Лисичанску. Еще недавно успешный город теперь может похвастаться разве что грандиозной крысиной фермой. Фильм ужасов. Газ отключили, газа нет неизвестно насколько, воды нет, света нет. И вот так вот я обрываю. Вот так вот, чтобы сохранить эту липучку. И топлю их. Она, живая. Но Лисичанск, РТИ. Люди добрые, помогите. И если, внимание, в центре Донецка крыс ловят лисицы, то в Лисичанске по-прежнему царит ужасная антисанитария. Спустя почти два года оккупации там нет элементарных удобств. И всем в России было глубоко пофигу на это, пока вдруг не появилась возможность традиционно потанцевать на костях. «Хаймарс», которым ударили по пекарне в Лисичанске, это высокоточное оружие. Я видел, как оно работает, и у меня ни малейших сомнений нет в том, что хотели ударить именно по пекарне. Тут можно рассуждать, знали ли они, что там гражданские люди. Я убежден, что знали, и именно с этой целью туда и ударили. Как вы уже поняли, в Лисичанске случился прилет. Под завалами оказались десятки людей. И пропагандисты тут же затянули любимую шарманку о фашизме и невинных людях в пекарне. Симоньян вон грозно кулачком грозит. 40 человек еще могут оставаться под завалами пекарни, по которой ударили эти нелюди. 40 человек по пекарне ударили. И что с ними делать, с нелюдями, кроме как отправлять туда, где их место, в небытие? Не поленились даже на стадионе «Ростов-Арена» бегущую строку пустить. И здесь мы сделаем небольшую ремарку. Извините, а почему таких текстов не было после гибели корвета «Ивановец»? А там, если что, 50 моряков-черноморцев погибли. Вам их не жалко? Но в том-то и разница, что на костях моряков пропаганда не получится. Наоборот, гол в свои ворота. Ведь Россия и Путин годами вещали о мощи Черноморского флота. Да и вопрос Черного моря должен быть решен так же, как решился вопрос Азовского моря. Я не вижу никакой возможности, чтобы Россия осталась без Одесской области нашей. А если Одесская, значит, Николаевская. Потому что Черное море. Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать Черное море внутренним морем России. А когда эта мощь оказалась дутой, Кремль просто делает вид, что никаких моряков вообще не было. Куда ни плюнь, везде Лисичанск. Да что там, они даже цветы в Москве по этому поводу возлагали. На площади ЛНР в Москве люди несут цветы в память о погибших в результате обстрела Лисичанска. Представляем себе семьи экипажа «Ивановца» в этот момент. Они-то поняли, что если нет показухи, то и памяти не будет. А еще это поняли жены отдельных мобилизованных, чьи мужья временно находятся не в пакете. Бабоньки даже вышли на акцию протеста с требованием вернуть Ванюш домой. Мы будем ходить, каждый в своем регионе, потому что наши мужчины, они
имеют право быть дома. Чем должно все закончиться? Миром. Но вместо этого мигом превратились во врагов народа. Путин на выборы идет, новости красивые нужны. А эти иноагенты зраду разгоняют. Значит, появились какие-то тетки, которые имеют наглость говорить от имени ребят, воюющих на фронте. Он тебя уполномочил так говорить от своего имени, а ты достойна своего мужа, который воюет и родину защищает? Вот он патриот и герой, а ты кто? Закончатся такие истории пакетом для мужика и тюрьмой для бабы. Что там, патриоты вы наши? Все устраивает. Ну да, это же не Лисичанск. Кстати, давайте уже с ним, в смысле Лисичанском, разберемся. Ведь там полный набор пропагандистского трэша. Чтобы вы понимали, фашисты якобы пекарню расстреляли, где простые люди после работы хлебушек кушали. ВСУ ударили по зданию пекарни, совмещенной с кафе, куда многие местные жители заходили после работы. Нацисты знали, что это гражданский объект и что жертв будет много. Кому вы вообще врете, жалкие? Начнем с того, что никакой работы в Лисичанске нет, а на месте прилета даже вывеска «ресторан» имеется. Ну а теперь вопрос знатокам. Как вы думаете, будут ли люди, живущие в прифронтовом городе, на гуманитарку ходить по ресторанам? Очевидно, что нет. Это могут позволить себе лишь оккупанты и их приспешники. И бегло глядя на список погибших, эта версия подтвердилась. Гриня, Татарстан, Москва. Это ж явно не фамилии, а позывные. Есть 200-е и среди министров так называемой ЛНРи. А некто Вячеслав Фирсов гуглится как местный коллаборант. Бывший полицейский, который не просто перешел на сторону оккупантов, но и сдал коллег. Славик Фирсов, колишній поліцейський, на початку повномасштабної виїхав до Дніпра, прийняв присягу, втік в Лісік. Здав усіх поголовно, у кого родичів ЗСУ. Зрадник, віджав квартиру свого сослуживця. В итоге загнанные в угол фактами скрипоносцы постепенно начали сливаться. Тут-то все и узнали, что на самом деле местные коллаборанты и вояки праздновали день рождения. Послушайте вот сами. Имениннику было всего 36 лет. Он погиб вместе с родителями. Среди гостей были местные депутаты, представители МЧС и прокуроры. Удар по пекарне в Лисичанске не просто удар. Рядом было празднование дня рождения высокопоставленного человека. Было много силовиков. Ждуны все это слили в ВСУ. И можете даже не начинать мыть, мол, это не военная цель. Вы же сами этот ящик Пандоры открыли. Напомнить пиццерию в Краматорске. Там десятки мирных жителей погибли. В основном местная молодежь. В результате российского удара по городу погибли как минимум 11 человек, сообщили местные власти. Среди жертв трое детей. Еще более 60 человек получили ранения. Вы видите кадры последствий взрыва в кафе в центре города. Я жду внучку. Оттуда. Там она. Сколько лет ей? 18. Здесь Женя, это моя внучка. После того, как узнала, что прилет, я ей начала звонить. Телефон по зазоной. А теперь давайте напомним, что пропагандисты говорили тогда. В результате высокоточного удара 27 июня текущего года в городе Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожены участвующие в штабном совещании два генерала, до 50 офицеров вооруженных сил Украины, а также до 20 иностранных наемников и военных советников. А, слушайте, а вот этот вот удар по Краматорску, ну это просто шик, я скажу. Я вот снимаю шляпу перед тем, кто его планировал, кто его осуществил. Ну песня просто, просто песня. Радости было полные штаны. Да и на Ростов-арене бегущей строки как-то не было. Глупо при таких раскладах с вашей стороны на что-то жаловаться. Но, конечно, пропагандисты подобного анализа для жителей самой скрепной страны не провели. Оно и понятно. А то же еще, не дай бог, фашистов в зеркале увидят. А это может огорчить скрипоносцев накануне важнейшего российского праздника. Ведь нет большего счастья для холопа, чем день переизбрания царя. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что история про то, что президент как никогда близок к народу, она вот именно сейчас. Это и внимание фронту, и внимание того, что ну, люди по горло просто сыты вот этими рожами, и когда эти рожи еще плюют в этот народ в условиях военного времени, президент, слава богу, это видит и за народ заступается. Собственно, все процессы, происходящие в России, сейчас так или иначе крутятся вокруг спектакля с выборами. Какой канал ни включи, кругом либо победные хороводы, либо танцы на костях. Причем в главных ролях отжигает лично Путин. Эта группа ветеранов впереди наших войск обогнала их, впереди этих кадровых войск. Прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки,
захватила 19 домов. То есть просто вдумайтесь, до чего они опустились. Страна еще 3 года назад собиралась с НАТО воевать. Более того, на границе 97 года альянс двигать. Речь об ультиматуме России по гарантиям безопасности в Евросоюзе. Вся инфраструктура западных партнеров должна вернуться к состоянию 1997 года. А теперь 19 захваченных домов в пригороде Донецка подается как великая победа, о которой докладывает лично президент. Захватило 19 домов. При этом Путин почему-то забыл упомянуть, что совсем рядом, в районе Красногоровки, происходят обратные процессы. И ВСУ уже находится в километре от Донецка. Пи***ц творится южнее не нашей Красногоровки, возле отвода шахты Трудовской. Там уже и вытеснили наших, как я понял, и пленных берут. Реально, те, кто кричит, что х**й уже закончился, и скоро мы их погоним до Львова, искажают реальность и приносят вред. Это, как вы поняли, российские военкоры ноют, но по телеку тишина. Да что там, пока армия РФ топчется на месте и по полгода штурмует локальные города и села Донецкой области, пропагандисты не стесняются вещать, что Путин с Лукашенко громят Запад. Схема борьбы вырисовывается такая. Путин кидает Запад через бедро, а Лукашенко берет его на болевой. Да, в мастерстве мотать нервы Западу у Путина и Лукашенко равных-то нет. При этом очень рекомендуем обратить внимание на вот эту фразу. Пожимая руку начальнику, Лукашенко радовался тому, что до него в очередной раз дотянулась рука Кремля. Всем ясно, Лукашенко руку начальнику пожал. То есть даже уже не играют в какую-то независимость Беларуси. Есть Насяйника Владимир и его верный Джамшут из Минска. Так бывает, когда люди ради остатков былой власти теряют остатки самоуважения. Ну а что же касается суперпобедной риторики? Залужному сейчас самое время успеть сдаться в российский плен. Ну, это, в принципе, единственный вариант сохранить жизнь. Как гласит древняя военная мудрость, от перестановки главкома в ВСУ эффект контрнаступов не меняется. То это даже к лучшему. Ведь когда огромная страна одурманена липовыми победами, то люди банально не замечают действительно важные процессы, происходящие прямо под носом. Чего стоит, например, грандиозный скандал в армии оккупантов, где кадыровцы наехали на подразделение российских неонацистов из ДШРГ «Русич». Сейчас вот овцелюб Апти все расскажет. Вы знаете, комнатные вы вояки, диванные герои. Вы создаете такое же подразделение, как спецназ «Ахмат», в котором бы расцветал не ваш фашизм, национализмом я его не назову, вы фашисты. Вот не ваш фашизм там расцветал бы, а расцветала бы там такая же атмосфера, как у меня в спецназе «Ахмат». Предмет спора – детское подразделение «Ахмат». Но эта тема нам не интересна. Главное, чтобы этот жаба-гадюкин зашел как можно дальше. Тем более с каждым днем накал страстей лишь растет. На слова Апти нам все равно. Работа продолжается в том ключе, который нам нужен. И детский лагерь «Русич» обязательно будет для русских детей. Извинения просить ни у кого не будем. С тем учетом, что и первые, и вторые вооружены до зубов, ждем как минимум повторения истории с ЧВК «Вагнера» и 72-й бригадой Министерства обороны РФ. И молчание верхов в России этому очень способствует. Та же Симоньян, например, очень занята историей с Валерием Залужным. Сняли Залужного или не сняли? Буданов вместо него придет или Муданов? Бардак на хуторе для нас полезен. К тому же это красиво. А вот зарубу кадыровцев с ДШРГ «Русич» упорно не замечает. Впрочем, так даже к лучшему. В интересах Украины, чтобы вы и дальше молчали, да не замечали. Один бунт армии РФ уже пережила. Дай бог, чтобы второй был как минимум не менее ярким. Ну а мы в который раз призываем всех помогать ВСУ. Нет сомнений, что перед переизбранием царя генералы не пожалеют мяса, чтобы выслужиться и преподнести Путину подарок. И лишь парни из ВСУ способны испортить праздник бункерному деду. И задача каждого – помочь им в этом.